да, говорит, вот в зависимости от ситуации. Не выискивай сейчас какое-то одно правило на все похожие ситуации. Они все разные. В каком-то случае следует поддержать, вот так послушать. В каком-то случае уже можно сказать строго прекрати, в этом я участвовать не буду. Это недостойно. Все может быть. То есть и так, и так. Человеку, если нравится все время мусолить, регулярно кого-то осуждать и с тобой судачить на тему того, как плохие другие люди поступают, ты в этом можешь уже потом однажды прекратить участвовать. Сказать, я не могу участвовать. То есть если это регулярно, да, а если он разово, то это можно поддержать, правильно? Ну как бы не поддержать, а успокоить. Напирайся, может быть. Прости. Это можно надо жить, прислушиваться, пробовать. Ориентиры нужны, я уже сказал. Спасибо. Но подсказку по детальную тут сложно дать. Всегда будет разная ситуация. Можно направленность показать, но бессмысленно будет рассказывать каждую деталь. Все, что произошло, не повторится. Оно повторится с другими деталями. И тебе надо суметь соображать.